Сотрудники медиахолдинга «Вечерний Магадан» и комбината «Зеленого хозяйства» установили уличные кормушки в рамках акции «Покорми птицы зимой». По словам Алексея Гаврилова, директора КЗХ, таким образом они заботятся о тех птицах, которые остались зимовать в областном центре Колымы. Это всякого рода синички, воробушки, которым тяжело добывать пищу в городе. С учетом того, что было похолодание, там, обмерзание, ну, довольно-таки тяжело. И мы присоединились совместно с медиахолдингом «Вечерний Магадан» к этой акции, чтобы поддержать живность нашу местную магаданскую, чтобы ей было где покушать и, может быть, даже согреться, ну, не согреться, а укрыться в этой комбинированной кормушке, которая содержит в себе в том числе и скворечник. На один домик для птиц уходит около 3 дней. Плотник организации изготавливает его в свободное от работы время. Всего таких кормушек 6. Все они разные. Как только специалисты определятся, какая подойдет для птиц лучше, скворечники установят в скверах и парках по всему городу. Сыплю медленно.